Конфискация имущества как мера наказания нечистым на руку чиновникам. Сегодня президент потребовал введения жестких мер, в том числе изъятия в доход государства наворованного. О том, что нужно сделать, чтобы вымогать взятки и брать откаты было себе дороже, говорили на заседании Совета по противодействию коррупции. Подробности в репортаже Павла Краснова. Среди застарелых проблем российского общества вряд ли найдется такая, что вызывала бы столь же единодушное неодобрение у всех и простых граждан, и представителей власти, разве что кроме самих коррупционеров. Продажность чиновников – явление постыдное, но распространенное. И несмотря на успехи в борьбе с ним, президент признает, до победы еще далеко. Все знакомы с информацией, которую предоставляют опросы социологические, результаты этих опросов хорошо известны. В целом граждане положительно оценивают антикоррупционную работу, проводимую на федеральном уровне. Но этого совершенно недостаточно. Люди сталкиваются с коррупцией на местах, с так называемой бытовой коррупцией. В общем, работы здесь очень и очень много. Правда, именно бытовая коррупция ложится в основу статистики правоохранителей. За решетку каждый год отправляются тысячи преступников, но сколько среди них по-настоящему крупных фигур? В прошлом году шуму наделали аресты губернаторов, теперь уже бывших, главы Сахалина Александра Хорошавина и республики Коми Вячеслава Гайзера. На миллионных взятках попались и другие высокопоставленные чиновники. Но чаще всего под суд идут те, кто получил взятку максимум в 10 тысяч рублей. И далеко не всегда это можно назвать эффективной борьбой. Статистика раздувается таким образом. Создается лишь видимость активной борьбы с коррупцией по очень мелким случаям взяток. В качестве наказания за такие правонарушения мы считаем, что можно установить штрафы и исполнительные работы. А расследование таких преступлений проводить в форме дознания с определением их подсудности мировыми судьями. Борьба с коррупцией – это создание правил, которые мешают чиновникам наживаться за счет своей должности. И многие нормы в России уже действуют. Государственным служащим, причем всем без исключения, запрещено заниматься бизнесом. Те, от кого зависит безопасность страны, не могут держать деньги в иностранных банках. Но президент убежден, что нужны и другие меры. Например, результат может дать слегка подзабытый, но эффективный метод – конфискация имущества, нажитого непосильным, но нечестным трудом. Нужно совершенствовать и такой антикоррупционный механизм, как изъятие и обращение в доход государства имущества, которое приобретено на незаконные или сомнительные деньги. В том числе с учетом международно-правовых норм. Следует возвращать активы, нелегально или незаконно выведенные в другие юрисдикции. Что касается имущества чиновников, контроль теперь стал проще. Поступая на службу, они обязаны декларировать собственность. И у сыщиков появляется возможность сравнить благосостояние чиновника в начале и в конце карьеры. Нужно создать гражданско-правовые механизмы взыскания сомнительного имущества при его выявлении в ходе расследования коррупционных уголовных дел. Речь идет о таком имуществе, в отношении которого возникает сомнение в законности приобретения с учетом доходов должностного лица. Пробелы в законодательстве приводят и к тому, что не каждую взятку вообще можно отследить, ведь нередко деньги передают, что называется, третьим лицам. Вы понимаете, о чем идет речь, когда потенциально взяткополучатель говорит: мне ничего не надо, вот ему что-нибудь отнеси, а это оно, она или он, формально никакого отношения к должностному лицу не имеет. В связи с этим считаю необходимым проработать вопрос о привлечении к ответственности в случаях, когда взятка дается за совершение должностным лицом действий в пользу третьих лиц, а не взяткодателя. А также, когда взятка дается не непосредственно должностному лицу, а указанному им третьему лицу. Глава Совета по противодействию коррупции Сергей Иванов сообщил, в самих органах власти теперь сформированы 2500 антикоррупционных подразделений, и они за неполный год вскрыли 20 тысяч нарушений закона. Но государству нужно не только наказание преступников, но и возмещение вреда. Важный вопрос. Компенсация ущерба, причиненного коррупционерами. По статистике, из 15,5 миллиардов рублей, подлежащих взысканию по делам о коррупции, в прошлом году удалось вернуть только 588 миллионов рублей. Согласитесь, это достаточно скромная сумма.
Зато о попытках всучить им взятку чаще стали сообщать сами чиновники. В прошлом году таких заявлений было 5 с лишним тысяч. Трудно сказать, означает ли это, что в стране стала формироваться своего рода мода на честность, но, по мнению президента, без помощи общества коррупцию в любом случае не победить. Ключевой задачей остается формирование в обществе антикоррупционного правосознания. Неприятие к нарушению закона должно воспитываться со школьной скамьи. И в школах, и в высших учебных заведениях, в средних учебных заведениях, и, конечно, на работе и в семье. Нужно всегда об этом помнить. При этом власть, как было сказано на встрече, должна не просто прислушиваться к небезразличным людям, а главное, активно реагировать на их заявления. Павел Краснов, Антон Чуковский, Первый канал.